Глава республики Рашид Тимрезов оценил сегодня готовность к началу нового учебного года средней школы номер 5 Карачаевска, где произведен капремонт. А корпус для начальной школы практически построен заново. Здесь проведены масштабные работы по отделке помещений, замене инженерных систем, оконных и дверных блоков. Установлен подъемник для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения. Модернизированный пищеблок и столовая. Благоустроена территория. Ведется строительство умной спортплощадки. Уже 1 сентября школа распахнет свои двери для 450 детей.